Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И хочу сегодня рассказать вам про свою канадскую розу, сделать обзор. Я ее сажала 3 мая, а сегодня у нас 30 мая. И хочу показать, что из этого моей посадки получилось. Но она меня уже радует бутонами. Вот посмотрите, какие у меня замечательные цветки. Если вы близко показали, даже капельки здесь... Ну, наверное, не росы, а то, что мы поливали эту розу, капельки воды остались. Очень красиво. И вот на данный момент у меня вот 2 цветка. Один-то вот уже полностью раскрылся. А здесь вот набираются бутоны. И вы не представляете, какой аромат от нее. Просто волшебный. Даже близко не надо присаживаться, чтобы понюхать. Пахнет настоящей розой. И хочу сказать, что она меня порадовала. Конечно, то, что заявлено было, бутоны должны быть больше в размерах, но они у меня такие вот, какие есть, маленькие. Но я не знаю, почему. Скорее всего, то, что роза очень молодая. Но на моем участке роста не было. Это у меня первая роза. Ошиблась. У меня еще чайная роза есть, но там уже большие кусты. И они еще в процессе только. А вот эта роза, она уже у меня цветет. Лето было, ну не лето, а май был очень жаркий. Поливалась роза, ну, очень часто. И, наверное, поэтому меня вот таким образом радует. Так что я довольна своей розой Champlain. И она невысокая вот у меня, видите. Не знаю, вырастет к осени, может быть, она будет огромным кустом. Но на сейчасшний момент то, что цветет и радует мне душу, это вообще великолепно. Ну и вот небольшой обзорчик по розе, что хотела рассказать. А теперь пока-пока. Пишите, оставляйте свои комментарии. И всего доброго.